Давайте посмотрим. Написано вот что. Tao Season. Это целый проект, посвященный жизни до, во время и после войны. Рассказы о жизни на районе, о жизни на позициях, любви на расстоянии, дружбе без границ ждут вас именно здесь. Конкретно данный релиз посвящен рассказу о том, что район – это живой организм, который сам лепит человека, как пластилин. Конкретно в моем случае рассказ идет о беспределе. Приятного прослушивания. Добро пожаловать на Tao Season. Жестко, бро. Район беспредел. Young Struggle. Один-единственный трек. 45 слушателей за месяц. Первая работа. Не слушали ничего. Интересно. Produced by Station Audio. Лидером героя Hold the Swag. Стоник, да. Ну да, такой это пацанский район беспредел. Самый главный вопрос. Первый трек, да? Холота Свек, объединение. Звук, окей. Я тебя понял. Стоник, я тебя понял. Район беспредел, я тебя понял. Жизнь в России, я тебя понял. Пластилин район лепит, я тебя понял. Вопрос, каким тембром и как уверенно ты это подашь? И какой текст ты нам расскажешь? Как ты раскроешь историю о жизни? Да. Самый главный вопрос. Это будет решать все. Берем ли мы эту во фрешмены, слушаем ли мы это или нет. Да. Флом Педиди решил перезапустить карьеру в России. Но таких только ебланов нам тут еще не хватает. Да. Слушаем внимательно, что это такое. Station Audio Exclusive. Угу. По биту четко понятно. Что-то там и те-то мы хотели сказать. Это та-та-та-та на районах беспредел. А после чита-та-та-та, а что-то ты хотел. И мы сказали, что бы ты хотел, это потел. Если так будет, мы скажем похоже. Но тут тяжело, блин. Там на агрессивной экспрессе ясме, там вся... Уф. Что-то там отец, это бата. И после этого Station Audio Exclusive. Ну окей, допустим. Нет, да? Поздно, бро, слишком долго. Очень долго. Зачем 15 секунд мы слышим просто пустой бит? Я думаю, уровень будет слабый. Я думаю, реально начинающий артист. Заново. Station Audio Exclusive. Чё-то ты мать, та-та-та, па-та-та на район. После чего ты-та-та-та, чё-то-та пришёл. Чё-то-та, та-та-та-та, па-та-та нашёл. И там пара-та-та, пара-та-та, па-та-та нашёл. А потом она сказала, что пойти на та-та-та, та-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 
знаю, когда шут или за чек. Сука, ты под чем? Снова минус пушер, никто даже не вспотел. Райан беспредел. Мне все так же поебать на твое мнение. Кличу себя гений, называй рэпчик пением. Где же твое рвение? Все мои белые, проверенные временем. Читаю мимо строк, попивая свое зелье. И пошло сейчас на мели. Гоняю в капюшоне, базарю я как Кенни. Мы больше не лепим, монеты не так много, но мы все равно не кэпим. Я больше, сука, в клубе не тусуюсь. Давно ворвался жизнь, ведь я выходец из улиц. Очень жизнь, много свега, вражки тачку запакуюсь. Гоняю старых тапков, скоро я переобуюсь. Ждите, суки. Ну знаешь, мужик, не каждый, в принципе, тебе про это скажет. Не каждый ты сможешь понять. Кто-то просто в голове сделал какой-то вывод и так далее. Вот. Поэтому как-то так. Возможно, да, возможно, ты прав. Я болтаюсь на районе, all time. Diamond my neck, this is from crime. She's so sexy for my prime time. Against her scary, she's fine. My slum is so really. Brothers talking me that your brothers are silly. Зачем, бро? Never pushing gas, cause a bitch is a filly. Слышу таким вот правильным звучанием. Приглашаю свою банду, чтобы покачались. Белые с района, мы все помним то начало. Сидели под бутылкой и ждали свою зарплату. Хорошо, ладно. Шут
или за чек. Сука, ты под чем? Снова минус пуша, никто даже не вспотел. Райан беспредел. Мне все так же поебать на твое мнение. Кличу себя гением, называй рэп пением. Где же твое рвение? Все мои белые, проверенные временем. Читаю мимо строк, попивая свое зелье. И пошло сейчас на мели. Гоняю в капюшоне и базарю я как Кения. Мы больше не лепим монет. Смотри, все мы знаем, что далеко не все равно безопасны и доброжелательны к людям. У них есть какая-то энергетика, которая управляет человеком. Именно район решает, как ты будешь делать, что это район решает. Жизнь, например, сказать, как район может повлиять на человека. Тяжело, бро, воспринимать текст. Тяжело. Форма. То есть, смотри, вторично, о чем ты читаешь. Как бы это ни было удивительно для тех, кто занимается рэпом, они думают, что текст — это пипец. Нет. Текст — это лишь форма того, чего хочет рассказать личность. Личность первична. На таких битах в особенности. На таких битах в особенности. Искренность — это в чистом виде искренности харизма. Эскейси, бильянты, запинаешься, жизнь, слово. Флоу прям очень начинающее. Давно хотел хаться, спрашивал, зачем? Были времена, когда шутали за чек. Сука, ты под чем? Снова минус пушу, никто даже не спотел. Рен беспредел. Так же поебать на твое мнение, похуй. Кричь себя гением, называй рэпчик пением. Где же твое рвение? Да, что касается рифм, да, то есть, в чем твоя айдентика? В чем твоя айдентика? Вот я не знаю, что это было за описание. Целый проект, посвященный жизни до, во время и после войны. Рассказы о жизни на районе, о жизни на позициях. Любви на расстоянии, дружбе, без границ ждут вас именно здесь. Это реально, да? Вот. Ну ты жестко задрал ожидания и вообще не сделал того, что здесь было, бро. Близко даже. Гоняя в капюшоне по районе, там суки, там сука под чем, там пушишь. Вот это полный пиздец. Diamond my neck, что, блядь? А ты о чем, бро? Какие даймонды на твоем неке? Is from crime, this is from crime, это из-за преступления. She's so sexy for my prime time, my gang is so scary, this really slime. Это что, это вот то, что ты написал? My slime is so really, brother. Talking me that your brothers are silly. Never been dealer. Never pushing gas, cause your bitches. То есть максимальные такие шаблоны, да, которым мы даже не верим американцам. Когда вот если вот американцы про это поют, мы ставим 6 баллов и говорим, блядь, чел, давай что-нибудь поинтереснее. А тут ты нам поешь русский рэп, жизненный, да, вот с такими вставками, с интонацией. Очень слабо, правда. Мужик, не каждый, в принципе, тебе это предскажет. Не каждый ты сможешь понять. Тот просто говорит, сделает какой-то вывод и так далее. Вот поэтому как-то так. Ну, возможно, да, возможно, ты прав, возможно, и нет. Не только лишь все, да. Не только лишь все. Это база вообще. Очень много свега, вражки в тачку запакуюсь. Очень много свега, очень много сухого-то свег, да. Гоняю в старых тапку, скоро переобуюсь. Ждите, суки. Монет не так много, но все равно не кэпим. Больше, сука, в клубе не тусуюсь. Ну, прям вот, знаешь, бросовые рифмы, вот пиздец. Типа, вот где айдентика про жизнь, про район, блядь? Давно ворвался в жизнь, у тебя выходец из улиц. Гоняя в капюшоне, базарю как Кенни. Ну окей, ну было такое. Ну допустим, читаю мимо строк, попивая свое зелье. Все мои белые, проверенные временем. Ну допустим. Лишь себя гений называешь, хуй знает, бро. Завершу таким вот мраморным звучанием. Приглашаю в свою банду, чтобы покачались. Белые страны, мы все помним то начало. Белые все под... И ждали свою зарплату. Ну да, допустим. Шута ли за чек? Не, бро, не. Нет, честно, не принимается. Что? ДМ, Дискорд разблокировали? Да ну нахуй, серьезно? Реально, правда? Реально? Если так, это прекрасно. Значит, все получилось у нас, друзья.
Значит, у нас все получилось. Не у всех постепенно, да не. Да? Ну, такое может быть, да. Давно не хаслил, спрашивал. Хаслил, бро, ну вот это вот все, да. То есть, все эти слова, все эти образы, они заезжены. Если ты хочешь этими словами задеть кого-то, в смысле сердца, да, так сказать, высечь искру из этого всего, это должна быть подача неебовая какая-то, с, я не знаю, супер удивительным самобытным тембром. Этого здесь нет. Уровень звучания так себе. Тембр, уверенность не особо. Точность подачи не особо. Текст, англицизмы на англицизмах, и здесь еще и такой пиздец. Что? Это такой, знаешь, очень слабый, американизированный, слабого качества рэп без текстовой наполненности. А подается? Охуеть как! Несоответствие полное. Сорян, бро. Лучше я тебе это сейчас скажу, пока это твой первый трек, чем потом тебе твои кенты такие: «Не, бля, братан, вообще нормально, вообще пиздец, охуенно делаешь. Да продолжай, вообще за жизнь там мы охуеть как рассказываем». Да они не выкупают просто. Пиздёшь, бро. Отвечаю, пиздёшь. Вот пиздёшь, серая хуйня, реально. Чисто по-братски тебе говорят, что все в порядке. Так трек не работает. Потому что это, знаешь, суперсерая история всех людей, кто делает на таком звуке нормально. Тот же Свэк, те же 52-е, да, у них ярче, какие-то и тембровые, харизматичные окрасы есть, текстовые вещи есть. Нету вот этого пародийности американизированной. У Свега, вот особенно на некоторых треках, у него есть и глубина текста появляется. У Алблака у него харизма ебанутая. У Френдли Тага и харизма супер веришь, да, и текст он прогрессирует постоянно. Это не рабочий трек. Если тебе люди говорят обратное, они тебя очень любят как друга. Только по этой причине. Либо правда в это верят. Такая хуйня. Надеюсь, это полезно. Что делать? Ты хочешь говорить о смыслах? Тебе должно быть что сказать. Варианта два есть. Либо ты рассказываешь о своей биографии какие-то интересные вещи, кроме там шутеров, линов, сук и прочей хуйни. Да? Это неинтересно на таком звуке. Похуй вообще. Либо ты рассказываешь все наблюдения о социуме. Типа, что происходит? Вот как ты писал, да, допустим, что, где, в какие времена происходит. Ты рассказываешь свои наблюдения и свои мысли, как, что ты видишь жизнь. Не обязательно, вот «Каспийский груз», они вообще не проживали то, что они поют, да, это вообще не их история, они просто вдохновились эстетикой. Вдохновись эстетикой улицы, да, вдохновись эстетикой пацанского, бандитского, чего-то там, да. Я не думаю, что там у Ясми, хотя не знаю, что там, да, у Калуги там вещи, которые они поют, пиздец жесткие. Ну, надеюсь, если так это все, мы жестко осуждаем. Если это все какая-то история с вдохновлением эстетикой, ладно. Здесь нет. Район беспредел. Тут ни района, ни беспредела, бро. Ни района, ни беспредела здесь нет. Шута ли за чек, сука, ты под чем? Никто минус, поебать на твое мнение. Гением называй рэпчик, блядь. Белый, временем проверенный. Зелье попиваем, мели, зелье кенем. Не, кэпим там, что нахуй. Придумай свои слова, бро, которые будут означать какие-то вещи. Внеси свою айдентику. Внеси свою айдентику в повествование. Используй какие-то фишки. Где твоя колыханочка, бро? Где какое-то твое слово, которое не использует никто? Где формы, где образы, где мысли, которыми ты делишься? Вот это вообще полный пиздец. Ну, про бутылку надо быть тоже, ну, такое, соу-соу, да. Пот, ну, хорошо, что пот, как бы, да. Все, что хочется сказать, знаешь, вот реально. Нет, нет, нахуй не принимается, блин. Не принимается, бро. Так вот. Степан также считает про трэп-движухи, который сам видишь, занимаешься музыкой. Да. Будет у нас, кстати, продается винил, либо диджитал-версия, я не помню, в котором будут добавлены 6 бонус-треков, будем их слушать как-нибудь просто. Может быть. Молодежь сленгов этих. Да-да-да, блин. То есть, ладно, молодежные, вот эти американизированные, избыточные. Я тебе говорю, мы даже американские альбомы слушаем, вот Destroy Lonely, он там про свой айс вечно заебывает. Да пошел ты нахуй, хочется сказать, бля. Ну, типа, одно да потому. Ну, нет, да нет. Типа, мы не верим ему. Мы Destroy Lonely даже не верим. Американцу, да, который поет про эту хуйню.
Человек, который в стойнике рассказывает про район, да нет, нет, нет. Шутнул Лопов, нет, нет, нет. Хватит, бля, хватит этой хуйни, бля, реально. Это пародийность ебучая, пародийность на американский рэп, который даже там уже не работает, не надо. Жизни, давай жизни, бро, жизни. Жизни, айдентики. Ответь на самый главный вопрос. Почему я должен слушать это вместо вот тех ребят, которых я перечислил? У тебя есть ответ на этот вопрос? Я так не думаю. Это самое важное. Вот ты заходишь. Вот почему я должен Ясми слушать, фрешмена? У меня есть ответ. А из Гергерта почему я должен слушать? У меня есть ответ. Почему я должен Свега слушать? У меня есть ответ. Алблака есть ответ. У них у всех своя фишка, своя история. И они стараются в текст. Почему я должен слушать тебя? У меня нет ответа. И у тебя его нет. Я уверен в этом. Вот ищи его. Ищи в звуке, ищи в подаче, ищи в тексте. Пока нет ничего. Если ты бомбанешь на это, принимается. Но это полезно, я тебе отвечаю. Принимается. Потому что это надо, чтобы ты услышал. Иначе ты будешь биться в пустое закрытое окно, да, долгое время делая одни и те, совершая одни и те же ошибки. Да. Да, платина, вот допустим, возьми платину. Скорее всего, с учетом направления твоей музыки, это стойник, район, тебе не нравится платина. Может быть, принимаю, да. Но вся та хуйня, которую он привнес, да, все там суки, кинущие жопу для меня, воняющие как унитаз, это пиздец. Но это принимается. С точки зрения своего лора и эстетики, он создал очень глубокую историю. Поэтому он пиздец как крут. Пиздец как крут. Кизару со своей кринжатиной, ну он, блядь, самобытен с точки зрения тембра и подачи. Пиздец, то есть он узнаваем и так, и тейп супер узнаваем вообще тоже по своей подаче. Тоже там деньги, я заработал, у меня было вот так, блядь, раньше был Ярус, сейчас, блядь, Анус, блядь, сейчас Урус. Ну, все, да, типа, он прям четко держится своей идентики. Тейп уникален, все. Young Struggle. Ну, никнейм еще тоже, бро, знаешь, честно говоря... Ну, вот, как бы... Не знаю, бро. Вот если бы я увидел Young Struggle, я бы примерно подумал, что там будет текст, как у тебя во втором куплете. Я бы не стал включать этот трек. Но я душный хуй, может быть такое. В общем, мне кажется, пока не проработано ничего. Ни позиционирование, ни айдентика, ни текст, ни скилл, ни никнейм, ни хуя. Да. С такими работами ты будешь одним из тех, кто в тусовке. И все. И ты так будешь там вечно. Ну вот. И который все-таки, а, это, а, вот он с тем, который с тем, который с тем. А, это друг-брат знакомого звукаря, который писал биты и сводил вон тем пацанам, которые вон с теми выступали. Да-да-да, я вот где-то видел. Четыре. Пять шесть, бро, пять шесть. Пять. Структура ритмика. Очень долгое интро. Слушатель не даст тебе столько времени. Он перемотает на центр сразу. Сейчас люди пишут тиктоки ради 10-15 секундных припевов. Почему? Потому что люди столько всего дадут тебе времени своего. Сейчас тысячи треков каждый день выходят. Тебе никто не даст 15 секунд слушать твой бит однотипный, который мы слушаем на 52. Нет, не будет этого. Что ты нам предлагаешь? Давай нам свою музыку сразу. 6. За счет развития какого-то потом, может быть, в рамках жанра. Реализация стиля. Нет, не держишь бит. 4. Индивидуальность и харизма. 5 баллов. Вот просто здесь. 5. Ровно. 2. Да.
30-бальный трек. Да. Да, вот, вот мы врубаем, да, вот я думаю, блядь, кто уже зашел, он уже даже трек этот не слушал, я тут пока рассказываю, блядь. Вот вы включаете трек, да, смотрите. Station Audio Exclusive. Знаете кто? Ох, Словецкий бы охуенно сюда сел по идентике. Словецкий сел бы пиздато сюда по идентике. Вот кто, идентика, да, сумасшедшая вообще из старых артистов. Пиздец просто. И слушаем, качаем, йоу. Я давно не... 18 секунд. За это время нам бы уже два тикток-хита скормили. Себя спрашиваю, зачем? Очень плохо. То есть, вот смотри, это вот так бы выглядело. Если даже человек бы дотерпел, представим, он дотерпел до начала. Я давно не хасал себя, спрашиваю, зачем? Были времена, когда шутили за чек. Все. Конец. Шутили за чек. Хасли же звучание не работает. Не работает подача. Нет. Ну, можно все это обточить. Можно обточить, да. Уверенность увеличить, мягкость флоу повысить, качество текста. Опыт нужен. Да. Обосрать. Да никто никого не обсирает здесь, бро. У нас смысл проекта не обсирать. У нас смысл советовать и объяснять недостатки, которые видны на поверхности. Для этого к нам и приходят, в общем-то. Можно, конечно, устроить проект по, блядь, бесконечному облизыванию всех подряд, да, типа, блядь, дайте, донатьте деньги, я буду говорить, какие вы пиздатые. Но я тебе уверяю, и донатить перестанут, если это делать. И хватает людей, и у популярных людей, и у начинающих людей, кто на все говорит заебись, да. Таких людей очень много. И тех, кто на все говорит говно тоже, да. Такая вот хуйня. Вот так. Бит привлекает, кстати. Да, бро, эта музыка работает. Оближи меня, пожалуйста. Нет, бро, не хочу. Нет. По звуку... Нет. Из этого трека, как можно погрузиться вот до сюда, можно сделать до сюда, можно вытащить до 7 рифмы, ну какие вот есть, да, здесь тоже так. Интруху добавить, чуть разбавить концовочку, что-то как-то где-то 7-8, ну и сразу улетело бы до четверки, не знаю, значит харизма, ну 3-4 было бы, да. Вот так. Надеюсь, это полезно, да. Надеюсь, это полезно. Я стараюсь оставаться тактичным в рамках своих разборов, но тактичным настолько, чтобы не быть избыточно мягким, блядь, и бесполезным. Да. Вот так.